вышли на прогулку. Немножечко вот им отходов принесла, вот. И там собака ест. Сначала они не хотели есть, потом распробовали. Ест с удовольствием. А то выскочат, гавкают, как сумасшедшие. Ну, большая собака. Поест. Ну, их кормят здесь, кормят. Вот там у того дома у них будка есть, чашки стоят. Комендант этой площади кормит их. Ешь, ешь, ешь. Вот. Тот уже наелся. Он меня у дверей, у калитки встретил. Я ему половину высыпала. Ну, а что они по помойкам это достают? С удовольствием. Все уже наелось. Ну, зубы какие большие. Хорошо ест. Большой пес. Лапы какие могучие. Зубы могучие, лапы могучие. Тот уже наелся. Я ему вперед дала. Как тебя зовут-то хоть? Они такие отстраненные, ни на что не откликаются. Ну все, подобрала все, что могу. Молодец, все подобрала. Молодец. И там я под дерево положила, думаю, что останется, да хоть дождем впитает в дерево. Но ничего не осталось, съели, чтобы дерево попитать. Все, наелись, не гавкают. А? Не гавкают. Пошли, пошли, пошли. Но Грета не любит с ними играть. Ну что, наелся? Гавкать не будешь? А то летишь, прям охранник такой. О, он сам себе. Все, свои дела. У него все на уме. Свои дела поделал и пошел. Он подбирает, там что-то осталось. Хорошо поел, прямо так. Да рыба сырая. Хорошо жевал. Там же в сырой-то витамины. Не то, что когда переваришь все это. Медведи, волки очень сырое, хорошо едят. Ну, а собаки ж тоже далеко от них не ушли. Они вон целую тропу пробили, тут вот бегают. Если кто идет здесь, так они оттуда. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, всей шайкой. Сюда. Все, иди, охраняй. Слушает, слушает, где там, где непорядки, куда бежать, кто чужой пришел. Мяу, мяу. Даже ничего вообще нет, вообще крепкие нервы. Слушает, стоит, слушает. Там вот разговор, кто-то разговаривает. Вон там он. Вот люди ходят, вот. Он даже их вот сколько много идет. Вот она, собака, на них смотрит. А, с работы, наверное, идут. Ага, ворота пошли. И разговаривает, и она слушает, уже стоит. Куда они пойдут? Все? Поел, беги. Хорошо, такие зубы мощные. Прям. А эта лиса не стала. Видать, она это не любит. Тоже у животных свои предпочтения тоже же есть. А то они по помойкам вытаскивают эти пакеты. В помойку выкидываешь, они вытаскивают, растаскивают. Будут, не будут есть, а растаскивают. Все, пошла. Пошла крест оглядывать. А? А? Вон их три штуки.
бегает, аж так-так-так-так. Так, скачет она по траве со снегом, прям вот так, как сайгак. Прям ту-дых, ту-дых. Я смотрела, я бы увидела, телефон не был у меня в руках. И что-то там ловит, видать, мышки бегают или кто. Он наелся и сидит спокойно. О-о, сигнал подали собаки. Кто-то сигнал подал. Разговор идет. Сидит, слушает. На снегу сидят. А, снег стал хапать. Пить надо. А, та побежала. Грета бегает, бегает. Грета, пошли, Грета. Тоже сама себе. Они как выйдут на просторы. Все сами себе. Сел, сидит. То летят все. Всем отрядом. Ну, слава богу, у меня на душе легче. Какие маленькие елочки. Так и хочется пересадить в хорошую почву. Ну, что ты лазишь по снегу? Пойдем потихонечку. А? Съели, молодцы. Тут же лес. Тут и бурундуки бегают, и мыши бегают. А даже если собачка что-то там не съела, хотя такого, наверное, не может быть. Бурундуки быстренько, тут зверушки всякие, сороки, вороны. Поэтому надо отходы от кухни лучше выносить в лес. Животные и птицы. О боже, кто-то меня так вспоминает. Разбежались. Вон они, вон они бегают. Играется теперь. Не злой. А в снегу как катается. Зря я далековато. Я вижу, в экране не видно. Вот один только тот пятнистый. Так прямо хоть зубы мощные. Все. Хрум, хрум, хрум. А это лисичка не захотела. Бегает так интересно, подпрыгивает. Как я тогда два раза видела, как она, как сайгак, так высоко подпрыгивает и что-то ловит. Раз, два, три, прям такими прыжками большими, высокими. На мышек охотится. Сейчас начнут просыпаться все грызуны. Один и тот же маршрут. Я здесь почему пошла? Потому что они здесь вот охраняют, и всегда их много. Есть кому съесть. Поэтому я вот так сейчас сама решила. Какие будут такие отходы кухонные. Отдельно в коробочку. Или в мешочек целенький, чтобы не тек. Вот. И взяла чистенький мешочек. И завернула вот этот мешочек, завернула в чистый мешочек. И потом я по помойке пойду и выброшу. Все. Салфетка есть у меня, все. А я даже руки не замазала. Я за донышко взялась, пакет вытряхнула. Все. Видите? Комендант протянул трос. Вон там мы были вчера, на этой горе. А летом мы здесь ходили. Тут очень много
деревьев волчьи ягоды такой, знаете, на рябину похоже, но это не рябина. Я снималась. И фотки делала там с этой. Не красные ягоды, такие красивые, кисточками. Ну, как рябина издалека. Это волчья ягода. Много ее, и главное, она вот растет вот под здание, из-под здания как-то дерево. Потому что там тепло, корням перезимуют. И летом растут, цветут и пахнут. Первый раз я летом, 2 месяца. Было. 3 даже. В конце июля. Август, сентябрь. 2. Пока наши были в отпуске. Октябрь, ноябрь побыла дома. И Денис приехал 9 декабря за мной. Ну а что я буду там одна болтаться дома? Здесь все-таки и они рядышком. Если чем могу, помогу. Что в моих силах. Ну, в этом году ни у кого что-то отпуск вроде бы не дается летом. Ни Денису. Денис сейчас в отпуске. До середины мая, по-моему. Ну, чего ищешь, все бегаешь? Она все бегает, она себе. Сорти леса. Вот ищет, вынюхивает. Он тут бежит лохматый. Лохматушечка. Он самый первый за мной привязался. Я ему отсыпала, он съел. Он бежит за нами. Все беспризорные. Чего догоняешь? Ай, хвост кисточкой. Бегут сами себе головой. Уже вон тропы какие протоптали. О, Грета, вон она. Ой, там собаки тоже бегут. Белка, наверное. Че, Грета потеряла, да? Меня с поля зрения у нее выпало. Она в панике бегом назад. Все, вернулась. А я за этим домом была. Мне видно было. Ух, она. Назад, скорее. О, сколько собак. О. Бегают. Плодятся, елки-палки. Их вроде бы и кастрируют. А все равно. Нет, да. Привезет кто-нибудь, выбросит. Ух. Это таёшка, так таёшка. О, выскочил. Снег глубокий проваливается. Провалился то передними, то задними. Всё, вернулся. Вернулся. О, да идём. Я иду. Ой, пришла, спросила. Мы будем гулять или не будем гулять? Конечно, будем. Для этого вышли. 0 градусов-то. Но я всё равно тепло одета. Потому что я сильно уж тихо хожу. Сильно уж тихо хожу. Вот словосочетание какое. Воздухом хоть подышать. Ой, палки забываю брать с собой. Скандинавские эти палки. Грет. Побегает хоть немножко. Начинаю одеваться, она уже садится напротив меня и ждет. Заглядывает в глаза и заглядывает. Да скорее ты одевайся, да скорее я жду. Ой, Греточка. Мареточка. Греточка, Мареточка. О, тут меня обогнал. Вот, а ты, лохматушка, ух, как глубок, видите? Все равно он бежит, проваливается.
все равно по сугробу бежит, ведь проваливается. Они вообще внимания не обращают, они вообще сами себе бегают и бегают. Ого, ворона где-то. Прям вот так. Имитирует тоже кого-то. Ворона. Не каркара, а как-то. Интересно. А солнце где? Кого она так услышала? Кого-то из птиц, наверное. Пещерина уже, видите, какой снег, как тает какими-то гнездами. Ползу. Это не ворона, а птица какая-нибудь. Сейчас все живет. Скоро люди уже рассаду будут садить. Да я уже смотрю, многие садят рассаду. Ну, мы на Дальнем Востоке. У кого нет теплиц, просто сразу в грунт. Из дома. Я вся садила 29 марта. 29 марта день рождения моей мамы. Я вот так запомнила. И сажу всегда. Иногда 1 апреля. Редко было. Но у меня был рассадник в огороде. Я немножечко до 4-6 листочков выращу. Такие вот. И... потом рассадник. Ну, рассадник, знаете, такой короб из дерева. А сверху дуги с целлофаном. Вот рассадник назывался. И только успевай открывать, закрывай. То боишься, что сгорят, солнце пекет. Открываешь. То боишься, что замерзнут ночью. И вот только открывай да закрывай. В снегу ищет. Что вы все в снегу ищете? Что вы там все ищете? Что-то ищут. Скажи, тебе скажи, и ты искать начнешь. Тайна. О. О. О, разоралась. И полетела куда-то. Ну, мы вышли 5:30. Поэтому до 6:30 минимум надо погулять. Воздуха подышать свежим. Все в гору, в гору. По снегу уже не пойду. О, Грета полетела с собакой. По снегу. Нет, не пойдем туда. Нет, 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 нет. О, вот это говорили. Как? Тюрьма для дезертиров. Мне сказал. Там вот проволока была. Мне написал. Солдат бывший. Сегодня я рассказывала. И знать бы не знала, видишь. То один военнослужащий, то другой напишет, где чего находилось. Озеро. Тоже красиво смотрится. Чё догоняешь? Лисичка. Догоняешь? Охотница. Охотится всегда.
Ох, ничего себе! Скорость разогналась какая! Чего ты шею подняла? Чего? Вот друзья собрались. О, собрались. Поехали, поехали. Пошли гулять. А, тумбочка пришла. Тумбочка. Ой, боже мой. Какая же тумбочка большая. Сама маленькая какая. Широтенькая. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх полетела. Вот они все. Что ты шерсть-то поднял? Что ты бежал? А, вздыбился весь. Ох, какая плотная шерсть. Волк и волк. Только что рыжий. Если бы по мелочи была, как лиса. Чё поглядываешь? Грета поглядывает. Идем, идем, Грета. Что-то прихрамываешь, мне кажется. Пошли гулять, пошли с нами. Пошли. Не, Грета. Я по дорожке пойду. Я не пойду там по твоим тропам. Белым снегом. Белым снегом. Ух, вытоптали. Ночь морозная. О, везде колючка. Мне надо за это собака обязательно. Ой, ой. Чуть не упала. Хорошо. За дерево вот так уцепилась. Ой, проваливается же снег-то. Березка, спасибо тебе. Я за тебя уцепилась. О, вот они. Вот у них. Смотри-ка ты чё. Все они проведают. Все посмотрят. Видал что? И наша тут как тут. И березка, спасибо тебе. За себя удержалась. А? Чего вы тут проверяете? А? Все проверили, все. Ага. О, плиты какие. Какие заборы-то были. Могучие. Ну, вы пробежались, а я что? Лысая? Тут не была еще. Проволока колючка везде висит. И поверху он идет, и вон. Это вот это, наверное, было. Номер 6. Вот. Что-то 84 зачеркнуто, потом 6. Вот это, наверное, было. Не знаю. Может, это другое было, да, Грета? Я здесь не была, не поднималась никогда. О, как тут все солидно, все в проволоке. Наверное, вот эта тюрьма была. Я, наверное, его неправильно подняла, может быть. Ой. Что, Грета? Грета бы почувствовала. Здесь и что здесь? Ужас какой. Да, окна какие-то вверху. Люк. Здесь крючочки надо раздеваться. Надо было. Собаки пробежали, значит, здесь никого нет. Вот какой-то отсек. Камеры, наверное, для одиноких, для одиночков. Вот, наверное, тюрьма была. Ой. Все. Все, обошелушится. Ух ты. Да, я здесь не попала. Пол хороший, он такой, видите, зацементирован. Здесь, наверное, туалет был, раз сундучка. Пошли, пошли.
Чего там заглядываешь? Пошли. Заглядываешь. Тут хоть не деревянный пол, не страшно. Ну, чего? О, боже. Тут еще и двери есть. Не сорвали как это. Не нужны никому. Все надо и посмотреть. Там вон какое заборище. Что там посмотришь? Забор почти на уровне этого здания. Да на дерьма была, скорее всего. Я не знаю, тут тоже проволока вокруг. Собака выпочуялась. Кто здесь был? Вечно. Ой, тут страшно заходить. Там уже полы вот. Сорваны. Ой, боже мой. Все, вышла я отсюда. Да. Приду маленько вокруг. Вот это дерево, про которое я вам говорила. Это же почечки, считай, такие. Ну, я здесь не была. Провалиться бы. Может, тут какая-нибудь яма где-нибудь. Надо за дерево держаться. Ой. Засохшие ветки отваливаются. Старые ветки. Какой забор вокруг. Вот. 84. Телефон отключился. Чего отключился? Я показывала вот эти вот провод. Ой, провод. Проволока колючая. А, смотрю, у меня не записывается. А. Вот поверху тоже идет вот колючка. Я первый год в 21-м году. Здесь ходила, ни души не было. Сейчас здесь такой густонаселенный район получился. Густогулящие. Собак меньше было. Сейчас уже сколько собак выгуливают все здесь. Не было столько собак. О, солнце, видите, как туча какая-то. Че встала? Оббегай. Спить на ходу. Ты что, спишь? Ты спишь? Тё. Красавица какая. То ли лиса, то ли волк, не поймешь. Вон тучка какая-то. Понизу идет, прям так жутко как-то. И солнышко спряталось. Зарядился телефон. Да ёк-макарёк. Осталось немножко. Не обратила внимания. Слушала передачу. Взяла телефон, стала одеваться. А я с утра с ночи не заряжала. Сейчас приду это заряжать. Вот так вот. О, как поет. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. А? Слушайте. Как у них лапы не мерзнут. Бедные вы, бедные. Шерсть-то знаю, там такая у них шуба, а вот лапки. Грета, не туда, Грета, ты чё? Грета, пошли сюда. Наша совсем похудела. Плохо очень ест, ест, но плохо. Она меня не поймет, скажет, ходит, ходит непонятно. То ли она домой собралась, то ли она продолжает свой путь. Все мне показывает. Туда пойдем? Нет? Ну, давай туда пойдем. Ночь мороз на эту стежку замела. Дай-дарай нам.
песня елки. Все она ему напоминает, что он ей говорил, как он ей говорил. А он уже и забыл, что он ей говорил. Они же, мужчины-то говорят только сначала. А зачем потом говорить? Потом не надо говорить. Потом надо другую красавицу искать. Все. А вы потом плачете, страдаете. Переживаете. Это уже их не касается. Так что любовь, она такая. Никто не виноват. Кто не спрятался, не виноват. Так он скажет. Кто не спрятался, не виноват. Мало ли что я говорил. Думать надо своей головой. Они говорят, да я же любила. Ну, раз любила, значит, люби обязательно, что ли. Так уж прямо любить. Как после ЗАГСа, ёшкин кот. Я любила. Вот тебе и любила. Что-то я с этой песней. Ночь морозная, эту стёжку замела. По которой. Мы с тобой, любимый, рядышком прошли. Прошла ли? Ну да, замела, прошла. Белым снегом, белым снегом. Как Высоцкий, хриплю. Хриплю. Ночь мороз. Стёжку замел. О, какие берёзки, прямо вот. Он опять отключился. Ну, уже и хватит. Закатик покажу. Попрощаюсь всем. С вами, со всеми с вами. Пусть у вас все будет хорошо. У меня теперь получается видео то и днем, и вечером. Как-то так. Само собой. Без напряга. Никакой работы у блогера нет. Ну, конечно, у кого познавательные, там надо готовиться, там надо что-то делать. Потом они там вставки всякие делают, может быть, у тех. И трудно, и время много уходит. А у меня, я записала, да и выдала. Сейчас пойдем туда, маленько пройдем, уже снимать не буду. Всем счастья, здоровья, будьте все здоровы. Будьте счастливы, насколько это возможно. И берегите себя.